В жаркую погоду ничто так не охлаждает, как купание в море или реке. Если в ближайшее время отправиться на побережье у вас не получится, не расстраивайтесь. Позагорать и вдоволь накупаться можно и в черте города. Центральный городской пляж открыт для посещения. Несмотря на то, что река протока заметно обмелела, обнажив часть городского пляжа, отдыхающих здесь меньше не становится. От изнуряющей жары славянцы спасаются около воды, тем более, что это совершенно безопасно. К курортному сезону на центральном пляже основательно подготовились. Обследовали дно, отгородили зоны для купания взрослых и малышей, установили стенды с правилами поведения на воде и средствами спасения. Был оборудован питьевой фонтанчик. С 8 часов утра и до 20 часов вечера на пляже ежедневно дежурят спасатели и медики. Официально 22 июня городской пляж был открыт. Пляж полностью готов к работе. На пляже дежурят два у нас спасателя, медицинский работник. Река обмелела, но качество воды соответствует нормам, поэтому купание в реке полностью разрешено. Напоминаем, что на территории Славянского района имеется только три разрешенных места для купания. Это городской пляж на реке Протока, пляж «Кемпинг Оазис» и пляжная территория базы отдыха «Лебяжий берег» в поселке Ачуево. Данные места оборудованы для купания и отвечают требованиям действующего законодательства. Купание в остальных водоемах, каналах, реках и пляжных территориях района запрещено и, что самое главное, небезопасно для жизни. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».